Приветствую вас. Конечно, способы есть. Это безусловно. Я бы сказал, что да, человеку нужно самому увидеть проблему и пожелать начать с ней что-то делать. Это первое. Ну и вы в том числе также можете изменить свое поведение, например. Вы в том числе можете также поменять свое поведение, вы в том числе можете вести себя по-другому, вот. И, в общем-то, изменив свое поведение, вы измените своего мужчину. Для этого необходимо сделать ваш анализ ваших отношений. Необходимо сделать для этого, чтобы понять, в чем конкретно именно у вас проблема. То есть, понимаете, какая штука? Перегорают чувства, да, вот когда говорят, что чувства перегорают. Это, как вам так сказать, это не случайно. Как бы это не случайная история. И вы, в том числе, вы этому способствуете. Ну, отчасти. Потому что что у него перегорают чувства. Вот. Я говорю, что вы прямо специально это делаете, безусловно, нет? Вот. Но что-то в вашем поведении, да, мотивирует перегорание чувств. И я, в общем-то, так думаю, что человек целенаправленно подобным образом себя ведет, вот, и целенаправленно выбирает себе таких женщин, вот, которые, собственно, склонны к определенному поведению, что вызывает перегорание чувств, потому что молодой человек боится отношений. Он боится отношений, он боится, скорее всего, близости, вот. Ну, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного в данном случае. Это нормально, вот. Ну, тем не менее, да, в этом направлении нужно работать, на мой взгляд. В этом направлении необходимо двигаться, вот. Это то, что я могу вам сказать. Значит, что можно и нужно изменить вам? Что нужно? Изменить свое поведение, возможно, перестать вести себя человеком так, как вы хотите, то есть более естественно, вот, понимаете, придерживаться такой более взрослой позиции по отношению к человеку, вот. То есть, может быть, имеет смысл, ну, больше вести себя с ним как женщина, а не как, например, мама, потому что он-то в женщине мать видит, вот. Скорее всего. Вот. Понимаете?
Какая штука. То есть вам, грубо говоря, нужно обходить, ну, оппозиции неравноправных отношений. Вот. Понимаете? Такая вот история. Ну, так мне это видится. В целом, у меня вызывает, конечно, вопросы. Почему вы пишете, что так получилось, что вы любите человека, вот, то есть, ну, вы же, отвечаете за свои чувства, вот. То есть, такая вот история. Так что помогать вам ему и спасать его не надо. Да, у молодого человека проблемы. Ему нужно помочь увидеть все его, эти самые его проблемы. Ему нужно помочь столкнуться с ними. Там это, понимаете, такая штука. Вот. И все. А если будете попытаться его спасти, то он от вас уйдет так же, как и, ну, от других будет уходить от вас. Потому что он видит вас мать. Такая вот история. Очень важно еще тому же понять, что вы вкладываете в любовь. То есть, что для вас есть любовь? Понимаете? Вот. Я так подозреваю, что здесь у вас, может быть, есть проблема с зависимостью, с личными границами. То есть вы слишком, ну, слишком вовлекаетесь в отношения с ним. То, на мой взгляд, можно и нужно корректировать, потому что вам это мешает. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы,
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.